Хей, йоу, гайз, с вами Шонки, мы продолжаем крадить игру под названием Ненужный и все такое. Ну, короче, Unverted. А почему я сюда вернулся? Как-то с этим челиком можно поговорить, у него что-то можно купить. Вот, у него есть покупочки. Оказывается. Дает 10 урона поинтов. 15... Up to 15. One time. На определенное время. Эксклюзивный. Что-то там. Так. Souls Flame. Душевая бутылка. Короче, эликсир. Это чтобы походу улучшить нашу баночку. Ключ. И... Пикап. Ну, не знаю. Копье. Пикап. Ну, здесь, конечно, не написано, что пикап, но у нас будет копье. Или алебарда, по-другому. Копье или алебарда? Не, это алебарда. Так, короче, нам нужно немного души нафармить. А я могу вот эту херну купить, да? Но я хочу купить себе банку улучшения. Поэтому давайте я, наверное, немного здесь пофармлю. Да, немножечко пофармим. Стой, вернись. Я могу этот момент пропустить, в принципе, вместе с вами, потому что это будет долго, я думаю. Потому что мне за там всего лишь дают 50 душ, то есть, вы понимаете, это забег долгий будет. Поэтому давайте я продолжу, когда я соберу эти души. Так, короче, мне осталось, в принципе, последний круг сделать. Так как, ну, это ж бутылка стоит 3500. Тут как раз 3 врага. За одного врага дают мне, получается, сколько? 150, то есть... Ой. Так, готово. Стамина пополняется. Зашибись. Ну, понятно, что мне с врагов всякие финтиплюшки еще повыпадали, но, скорее всего, это просто юзабельные предметы, которые я пока что никуда не могу так применить. Так, ну, в принципе, что мы сейчас делаем? Мы с вами покупаем. У тебя только одна, она одна. У нас с вами как раз 0 душ. Я вот смотрю, что там, смотрите, что есть. Сейчас. В смысле, я не могу тебя ничего теперь купить? Не понял. Это как так? Еще раз, подождите. Может, он типа говорит, что у тебя нихера сейчас нету? I need not all their life, all their money. То есть я должен одну из двух, ну, одну из что-то того выбирать? Или он серьезно того, что у меня душ нету? Ну окей. В принципе, как вы видите, если я апнул еще плюс левел. Не, ну пускай, ладно, баночка у меня будет. Блин, там у нас еще был ключ какой-то за 10 тысяч. А мне довольно интересно, что это. Либо это сокращение пути, либо это куда-то, куда мне нужно будет потом пойти. А следующее. Так, сколько у нас? Что-то, знаете, меня по левелу подняли, а этот мне не дали. Так, души. Гримуары. Релайп. Так, вот я подобрал карту, по идее. А как ее... Пресс-контур? Tell advice to visit it location. Типа... У меня окей, у меня есть карта, но а как мне ее юзать? Типа, есть карта, но ее нельзя использовать. Как это понимать? Оу! На контр, прикиньте. Вон на что. Kills. Походу, это где я сдох. Душа, да? А, не, подождите. Kiln. Не kills, а kiln. Короче, kiln это... Котлы вот эти, я не знаю, светильники. А я это квадратик, ну, который светится. А босса, хорошо. Ага.
Мне нужно вниз, и там два прохода. Ну, так как мы босса убили, скорее всего, мы подобрали, типа, светильника, либо типа того. Интересно, у меня хп, да, только... Ну, ладно, стамина немного увеличилась на единицу, но это мало. Это мало. Лучше бы на урон увеличился. Фух. Ой, их там двое! Да их даже там было не двое? Окей. Так, здесь мы сохраняемся. И спускаемся вниз. Я не знаю, но по идее я лампу подобрал. Там был лампс, лампас, лампас, лайкс. Ну, это, знаете, вот эти старинные типа лампы, которые в руках держишь, типа. Как они называются? А, да, что по месту? Сколько места занимает одна серия? Ну, я не знаю, сколько там серия у нас было. 27, да, минут? Или 25. Но заняло, ну, 13 гигабайт, то есть у меня сейчас 500 сухое место свободно. 505 было. Если оно так будет занимать, то, ну, это, в принципе, нормально. Ты ж ёбаный в рот. Так, New Grimoire. А, тёмная ш... матка, блять. Чё? Флэш. Но это херня страшная. Так, хорошо. У нас вниз проход, давайте я сюда схожу. Ну, блин, ей нельзя мощную атаку нанести. А не, ну это одноразовый враг. Ай, блядь, стамина! Ну и чё за херня? У меня стамины нету. Фу, блядь. Вау! Нет, там что, жестко было? Так. Ну там проход наверх. Не, ну хотя можно. Нужно её сюда пригнать. Так, левел ап, хорошо. Кстати, а что мне тогда атаковало? Меня фаербол кто-то метнул. Это я точно видел. Какая... Так, там походу... Уай. Так, ну сюда можно пройти. Roll fresh. Я просто не пойму, куда я иду. И я боюсь куда-то очень далеко идти. Чтоб мне потом это не аукнулось. Потому что я мог направо пойти. Это суицидники. Ну, теперь все ясно. Ой, тихо. Они поджигают.
Ладно, против нее тактика есть. Хорошо. Так, сразу в ту сторону. Так, сюда нету. Так, игра останавливается, интересно, на заднем фоне. Абсолвит. Ну, это суицидники, ладно. Плевать. Айтемы. Restore your hit point. Может, они типа восстанавливают хитпоинты? Стоять, у нас руны есть. В кубочках нету. Мне главное знать, какие враги впереди. Ой-ой-ой, блядь. Ну нахер. Тихо-тихо-тихо-тихо. Пизда! Рулям, ну нахер. Побежали отсюда. Чисто на лол хп. Ну нахер. Может, с другой стороны, что-то получше было? Блин, ну... такой, ну сложно, смотрите, у меня хп. Типа, я сдохну, если я туда пойду. А спуститься я не смог. Так, главное то, что я запомнил, что крыс... Я думал, сначала там враг какой-то такой жесткий, который так атакует. Оказывается, нет. Да блин, ну это тоже довольно стильное, потому что... Потому что... Она слишком много наносит. И плюс я не успеваю ей третий этот сделать. Атаку. Это вообще намного хуже. Ну давайте. все круто, все супер. Откуда я мог знать, что там так высоко? Откуда, блядь, я мог знать? А, не, я все-таки могу подняться. А, блядь. Не успел. Не-не-не-не. Можно, все, можно. Главное, чтобы они не подошли к лифту. То все можно. Я не хочу с ними драться. Я лучше пробегусь. Я лучше по-тихому пробегусь, чем буду драться. Ой, тихо. Ой, ладно. И в помойку. Мальчик. Я сейчас тоже, блядь, пропущу. Да, блядь, нужно ее подальше отвезти отсюда.
А ну блять, иди в жопу. Как мне... Он на них хочет. Ой! Да ну, короче. Мне легче вот так было уже сделать. Аура рун. А мне интересно, руны эти одноразовые? Одноразовые. Что она делает? Атаку увеличит на 15%. Ну, повторюсь, руна одноразовая. Почему? Потому что там было X1. То есть после смерти, скорее всего, оно мне пропадет. То есть это что значит? Правильно. Я не вижу смысла ее использовать. А. Или подождите, или там ничего нету. Мне интересно, кто там внизу ходит. Так это стена или нет? Подождите, это по идее стена. О, светило. Так, телк. Well, так. Кто тут у нас? Стел, one pies, you. Пути. Пити. Или пити. Так, ты мне хочешь предложить что-то? Или нет? А как мне прокачиваться? Как-то, по идее, у костров можно прокачиваться. Я что-то не шарю. Так, где-то здесь должны быть мои души. Да я ебнулся. Это я точно помню. Ага, все значит в реальной... В этом времени действует. У меня же мои шедуши пропали? А, тю, ё-моё, они здесь были. Ух! А знаете, если бы я их просрал? Было обидно. Было бы очень обидно. Так, мне 1600. А как прокачиваться? Я видел, что у светильников, к ним подойдя, можно, типа, начать прокачиваться. Здесь я что-то этого не вижу, процесса. И там был на сверху вон проход, но я что-то его тут тоже не вижу. Босс. Так, здесь два прохода, хорошо, подожди. У меня с той стороны проход был, и здесь есть два прохода. Давай сначала в эту сторону. Давай теперь в эту. Там паучиха. Ну там я смогу ее пробежать, окей. Блин, плохо то, что я не могу спрыгивать с лестницы.
плохо то, что я не могу спрыгивать с лестницы. Типа завален проходом. Либо проход там, где вот там светильник стоит. Короче, там, где проход завален. Походу, мне нужно вторую орудие, либо типа того, с помощью чего я смогу открыть. Иллюзорных стен я тут не наблюдаю. Значит, у нас либо лево, либо право. Куда пойдем? Давайте я сюда просто пробегусь. Так, еще один светильник. Блин, ну здесь довольно сложно. А где я хочу прокачать себе ХП? Я видел, челик себе с помощью душ прокачал ХП, там можно прокачиваться. Там идти в урон, все, что хочешь. Так, это уже другая локация. Лофанд. Лофанды. Ну это босс. Что тоже сейчас стена возведется? А, он меня завалил просто проход. Наркос. Ладно, щит пускай восстанавливается. Вау. Так, у него есть меч. Ага. Ай. Сказать, что что-то у него сложное. Но пока что ничего. Он просто прыгает, как я. Блин, нет, нет, я буду восстанавливать, подожди. Хорошо. Ай. Окей. Ох ты ж ё... То есть прямой удар вот так, да, даже? Ну, смотрите, игра мне нравится чем? У врагов много фаз. У врагов много фаз. То есть, 30 хп отнял, у врага новая фаза. 30 хп отнял, у врага новая фаза. Ну, не 30 хп, а именно 30%. Даже я не отрицаю то, что там еще будет новая фаза. О, вот теперь он коврки юзает, видите? Ну сколько там, 20%, 30%?
Блять. Вот когда вот та фаза начинается, тоже что-то пожестче. Та фаза уже что-то пожестче начинается. Блин, вот мне плохо то, что... У меня только меч. О, а теперь у нас следующая фаза начинается. Ай-яй. Блин, видите, типа, я на ударную волну прыгаю. И в этом моя, типа, минус. Блин. Ну, это сложно. Ну, как сказать, он не сложный, просто... Такое. Я бы не сказал, что у меня так уж и много хп, но мне мало дают. А теперь он просто с мечом хуярит. Так, мне стамина нужна. Вот я мощный удар не успеваю ему сделать. На самом деле плохо то, что он рано превращается в новую форму. Он в новую форму рано превращается. Вот, уже туда-сюда, видите? И он уже в новую форму превратился. То есть ты не успеваешь отойти от старой? Как он уже в новой. Так, тихо. Ой, тихо. Хорошо, что я успел заюзать. Либо оно автоматически используется, ладно, плевать.
Тихо, тихо. Нью Гримор. Ну это кузнец. Окей. Вот. А, блин, оно все-таки не светильник. Я думал, в виде светильника мне дали, типа квадратный светильник. Так, какой-то хаммер. Короче, супер молот. Новые техники у меня появились. Да ладно. Ни хрена. Так, теперь у меня хаммер есть. Что значит он? Ну это заряженная атака. Ага, то есть заряженная атака мне херячит с молнией. Угу, хорошо. Сейчас мы хилимся. Ну, в принципе, я знаю, куда мне идти. Подожди, а там еще что-то было. Ладно, давайте я сохранюсь. Но все равно херо то, что я не знаю, куда мне души тратить. И как их тратить. Может, я не в... это... не последнюю версию, типа, скачал, потому что... Походу, здесь еще что-то должно быть. Я, конечно, не уверяю ни в чем. Мне кажется, что это так. Странно. А, пойдемте в другую сторону. А, ледяной. Ну. Если меч. Блин, мне нужно этот. Прокачку, я хочу прокачку научиться. Телк. Ох. Мне нужно прокачиваться. Как мне прокачиваться, ты мне скажи. Он не хочет мне говорить, как прокачиваться. Не, я сейчас бегу в другую сторону, подождите. О, нихера, мне хп отняло. Блин. Хотя урон увеличился, но я все равно их не ваншочу. Молот ваншотит, но молот он довольно долгий. Ну, нужно вот эту способность будет проверить. Типа я понимаю, что я могу сейчас в кузнице там пробежаться. Но здесь тоже есть куда-то проход. Но все равно прокачаться не могу. А, у нас время, в принципе, алло. Давайте, я думаю, короче, здесь закончу или стопэ. Где у нас светильник с next? Давайте до светильника добегу. Мы там закончим. И я посмотрю, как прокачиваться, потому что я что-то не врубаюсь. Что-то я не врубаюсь, как прокачиваться.
Уэ! Сука, минус сердце. А, давайте здесь остановимся, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.